Ну, что касается реакции мировых столиц, то вопрос Сирии и вопрос о действиях России в Сирии обсуждается и на уровне НАТО. Каким должен быть ответ Североатлантического альянса? Этот вопрос едва ли не главная тема встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. И очередной повод для беспокойства – это присутствие российских кораблей в Сирии, о котором упоминал мой коллега Евгений Сава. Вот сегодня обсуждаются варианты ответа Москве. В частности, введение дополнительных сил НАТО в Балтию и Восточную Европу. Тему продолжит мой коллега Константин Гальденсвайк. Начало встречи, не предвещавшей сенсации, едва не омрачил скандал. В Средиземном море российские корабли еще не доплыли до Сирии, а здесь, в Брюсселе, у генсека НАТО уже выпытывали репортеры. Как вышло, что российский крейсер «Адмирал Кузнецов» заправить вызвались в испанском порту Сеуты, то есть страны члена Альянса. И о каком единстве НАТО в Сирии можно вообще тогда говорить? От прямой перепалки с Мадридом, там уже обещали сделать выводы, Йенс Столтенберг уклонился, но и досады не скрывал. Мы действительно озабочены тем, что группировку российских кораблей во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» можно будет использовать для осуществления новых атак на Алеппо и вообще Сирию. Эти действия России лишь усилят гуманитарную катастрофу, которую мы там уже наблюдаем. Какой ответ дать России теперь не только в Украине, но и в Сирии? Одна из главных тем переговоров министров. Воевать напрямую ни в Ираке, ни в Сирии Альянс по-прежнему не собирается. Слишком многие его члены, к примеру, Германия, против. Но за контроль над воздушным пространством над Сирией НАТО уже отвечает. Радиолокационные самолеты «Авакс» теперь летают над соседней Турцией, собирая данные о полетах во всем регионе. Официальная цель – поддержка анти-игиловской коалиции, но в то же время и слежение за тем, по кому бьет в действительности российская авиация. Конфронтация усугубляется. Россия втрое увеличила за последние годы свой оборонный бюджет, вложилась в современное военное оборудование и провела большое количество необъявленных крупных военных учений вблизи границ членов НАТО. И самое главное, Россия продемонстрировала готовность задействовать оружие против собственных соседей, как мы видели это в Грузии, в Украине, с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией ситуации на востоке страны. Поэтому НАТО на это обязано отвечать. Ответ Альянса на действия России на восточном фланге, по утверждению генсека НАТО, будет пропорциональным и оборонительным. В январе США начнут переброску своих бронетанковых подразделений в Румынию, Польшу, а также с формулировкой «для совместных военных учений» разместит 300 морпехов на военной базе в пещерах Норвегии. Свои батальоны отправят в Эстонию – Великобритания, в Латвию – Канада, а в Литву – Германия. Впервые за послевоенное время части Бундесвера выдвинутся на восток. В каждый из батальонов включат и военных от прочих стран НАТО. Все на ротационной основе. Дать отпор в прямом конфликте с Россией группировка в 4000 человек не сможет, но в условиях гибридной войны будет обязана не допустить в Балтии повторения крымской схемы с зелеными человечками. Численность каждого из четырех батальонов составит около 1000 человек. Мы полагаем, что это достаточный уровень, который покажет, что наши намерения носят оборонительный характер. Но вместе с тем даст понять, что нападение на одного из членов НАТО будет считаться нападением на весь альянс. На Германии в НАТО теперь особая роль, хотя этот немецкий ньюсмейкер сегодня перед прессой не появляется, и даже имя его не называют публично. Дипломат и разведчик Арнт Фрейтаг фон Лорингхофен, в прошлом замглавы немецкой БНД, ранее глава политотдела посольства ФРГ в Москве, отныне будет руководить разведкой НАТО. Новую структуру, объясняют в Брюсселе, создают в том числе в пику российским кибератакам и попыткам спецслужб внедриться в альянс. При этом от главного принципа НАТО в отношениях с Кремлем оборона и диалог тут по-прежнему не отказываются. Диалог о минимальных нормах безопасности в воздухе, акватории Черного моря и Балтики попытаются, вероятно, возобновить в ноябре, на уже третьем за год заседании Совета России-НАТО. Прежние два завершились ничем. Диалог нужен, потому что, это просто так считают все союзники, точка, это правильный подход. С другой стороны, он может быть очень, мы считаем, полезным для того, чтобы хотя снижить этот уровень риска, что может к чему-то даже случайно прийти. Ну, знаете, самое трагическое событие – это, конечно, то, что происходит в воздушном пространстве Турции. И никто бы не хотел, чтобы, не дай бог, кому-то пришлось стрелять в самолеты.
Напротив старой штаб-квартиры НАТО тем временем уже достраивают новую. Стройка века обошлась в 1 миллиард евро. Внутри стеклянного колосса, символизирующего переплетенные пальцы и единство Альянса, 200 тысяч квадратных метров. Следующий саммит НАТО состоится уже здесь, в новом символе новой холодной войны, которую войной здесь, впрочем, пока что не называют. Константин Гриденцвайг, Илья Левентов, RTVI из Брюсселя.